поздняя весна в этом году продиктовала сжатые сроки для всех полевых работ. В колхозе «Победа» Правдинского района Калининградской области в два раза быстрее, чем планировалось, провели сев зерновых. И настала пора зеленой жатвы. Среди передовиков колхоза механизатор первого класса Старков. В колхозе хорошо понимают, что интенсификация животноводства невозможна без добротных питательных кормов. Почти половина запланированного раннего силоса уже уложена в хранилище. Силосование производится в самые сжатые сроки. Сегодня колхоз «Победа» лидирует в социалистическом соревновании тружеников района по заготовке кормов.